Громадская приемная Белой Руси за год приняла свыше 100 гродинцев. За гэты час жыхары региона найчастей звертались с пытаниями по жилево-коммунальных послугах, ахове здоровья, добраупорядкования и працеуладкаванні. Сярод актуальных тем были узняты и социальные проблемы – организация гандлю, транспортного руху, грошово-кредитной политики. Новым подходом працы с насельництвом для Гродинской области стали совместное посяджение представников громадской организации с уделом профессийных юристов. Первые из них были зладжены у кастрычнику этого года. Звернуться у громадскую приемную может каждый жихар региона. Дарэчы, первые громадские приемные Белой Руси открылись еще у 2009 году, и цікавность до их не поменьшается. В целом за год во все общественные приемные Беларуси в Приемском крае обращается порядка 120-130 человек. То есть о чем говорит? Это говорит о том, что с одной стороны наши органы власти, исполнительно-законодательно, настолько хорошо эту работу наладили и поставили, что граждан нет необходимости приходить с каким-то конкретным насущным вопросом именно в общественные приемные. С другой стороны, мы тоже трансформируемся. Мы сейчас свой прием ведем больше в режиме мониторинга изучения общественного мнения с тем, чтобы, опять же, подсказать, взаимодействуя с властью, подсказывать, на какие направления все-таки больше остаются еще обращения, либо как они смещаются в ту или иную сторону.